Всем привет, вы на канале Crypto Commons, и что мы видим? Мы видим отскок крипты, мы видим 4-часовой таймфрейм, биток сформировал двойное дно с медвежьей ловушкой, отстрельнул вверх после желтых двух точек на сайфере. И на самом деле много важной информации, прямо сейчас Крипто Антон стримит на соседней вкладке, большой ему привет. Сейчас происходит заседание ФРС, все ждут решения по ставкам. И также очень крутое видео выпустил Томас, наш бро из Голландии, из канала Team Underground. Обязательно тоже на него подписывайтесь, кстати говоря, как и на Крипто Антона. Посмотрите его в оригинале, поставьте лайк. Я вам сейчас вкратце расскажу, что он тут говорил. Вот он говорит, что биток пошел точно, как мы ожидали, а начал отскакивать из этого двойного дна. Но в итоге, походу, он сейчас будет пампить дальше к следующей зоне, которая у него нарисована наверху, темно-красным. И вот он показывает funding rate, то есть ставки финансирования на всех биржах. Мы видим, что они везде отрицательные, то есть в пользу лонгистов. Это говорит о том, что большинство шортят сейчас и платят фандинг. То есть, находясь в лонге, мы получаем с вами еще фандинг ребейт. И вот он показывает, что по его сценарию биткоин сейчас может... А чувак, кстати, очень круто угадывает, ребята. Очень круто предсказывает рынок, если вы посмотрите его историю. И все вот эти паттерны, двойное дно с медвежьей ловушкой, это от него. Вот, он показывает, что мы можем помпануть еще выше, до этой зоны, в 44-46 тысяч долларов. Вообще, как будьте здрасте. Но после этого упасть еще немного вниз... Или даже много вниз, как вы видите из картинки. То есть даже если это продолжение медвежьего тренда, мы можем увидеть сильный отскок сейчас, и после этого, возможно, коррекция. Но дальше, что он показывает, это корреляцию с S&P. То есть отскакивают сейчас и фондовые рынки, и биткоин, как мы можем видеть. И если ралли по S&P продолжится, вот у нас есть просадка, из которой мы можем выйти очень хорошо на all-time high, то и по битку, соответственно, мы увидим с вами резкую шпильку. Выше all-time high вообще не вопрос. Сейчас я вам про это расскажу сам, что я думаю. В общем, респект Томасу, уважаю его анализ. Индекс страха и жадности у нас с вами лежит на экстремальном страхе уже очень давно. Я, собственно, продолжаю держать свои лонги на отскок на разных биржах, но не отрицаю того варианта, что локально, ребята, вот эта вот шпилька, она может, конечно, быть разворотной, и мы сейчас уйдем еще чуть ли не ниже, где мы были, или вот на ретест хотя бы этого нисходящего или горизонтального сопротивления, которое может стать как поддержка. Может такой случай быть, или просто мы сейчас сдуемся хотя бы туда же, где мы и были вот до этого, и проторгуемся. Такой всегда может быть препамп как бы. Но я говорю вам о другом, друзья, что... Такой припамп может быть всегда, но я говорю вам о другом, ребята, что по всей видимости мы сейчас из этого падающего клина, который у нас образовался на дневном таймфрейме, просто улетаем на стронг-лонге Пифагора, на желтых точках и на всем остальном, просто улетаем. У нас вот здесь отрисуется желтая точка на дейли, и мы отлетаем конкретно вот туда. А дальше я вам говорю о следующем, что дисклеймер, не финансовый совет, и я не говорю, что это точно будет, если будет по-другому, я сам буду переобуваться. То есть есть еще вариант, что это будет медвежий рынок, но все равно даже в таком случае мы сходим как минимум вот сюда, не перепишем хай, и потом начнем уже как-то отваливаться ниже. Ну то есть какой-то отскок должен быть. Но если, ребята, сейчас будет то, о чем я вам говорю, то есть ФРС, не ФРС, там понятно, но мы переписываем вот эту двойную вершину и делаем шпильку просто куда-нибудь на 200к по биткоину. Смотрите, во-первых, в это никто не верит уже. Во-вторых, все уже вышли всеми правдами и неправдами, кого могли ликвиднули, кого нет, сам выходит. И в этот момент, когда никого нет в рынке, вот такие штуки и происходят. Вот такие штуки с постепенным возвратом туда, где мы сейчас. Каждый раз, я это помню на себе, ребята. Вот в предыдущий раз, перед финальным забросом, мы долго консолидируемся и после этого улетаем наверх очень сильно, тогда, когда никого нету в ракете. Точно так же и в позапрошлый раз было, там еще более ярко выражена была вот здесь двойная вершина. Точно так же было и с NASDAQ'ом на пузыре доткомов. Посмотрите, вот здесь, когда все основные, когда все зашортили, то есть вышли из рынка, забрали прибыль после бурного роста, мы увидели резкую шпильку и резкий отвал назад. То есть что происходит? Здесь розница перестает быть в активе, его пампят, здесь розница в FOMO снова впрыгивает, начинает все это дело лонговать, здесь и вот здесь. И в итоге это все сдувается обратно туда, где оно и было, ребята. То есть по вот этой классической модели у нас с вами еще не было финальной шпильки и по NASDAQ, и по крипте. То есть что-то вот такое, если у нас сейчас будет по фонде, это будет очень красиво, конечно, еще более ярко выражено, чем вот здесь. Но дисклеймер, не финансовый совет, это всего лишь мое мнение. Смотрим по ситуации, никто вам не мешает скальпить эту волатильность. Вон, на 30 минутках, если это сейчас отваливается, пожалуйста, куда-нибудь сюда, там, на двойное дно. Если это сходит, то можете шортить, но шортить только с короткими стопами. А лучше всего вообще, ребят, не шортить, а быть инвестором, сидеть на споте, без плеч, на холодном кошелечке. Спасибо, что выслушали. Всем профитролей. Продолжим на стриме на нашем втором канале. Переходите по ссылке, сейчас она появится у вас на экране. Скоро начнем.